волшебных глаза управляют всеми сразу. Даже до конца не дослушала и догадалась, что это светофор. Молодцы. Дети, обязательно с собой выноси, что тебя издали видела машина. Дальше, ребята. В два ряда дома стоят, 10, 20, 100 подряд. И квадратными глазами друг на друга глядят. Нет. Не так, иди сюда. Так, дайте вот девочке, молодец. У нее какие розовые штучки нарисованы. Молодец. Носи эту штучку, которая блестит. Так, ребята, внимательно. По стальным прямым дорожкам. Это не поезд, это не поезд. Это что? Молодец, вот автобус. Вот, вот, еще одна девочка. Молодец, так. Так, а еще много у нас будет загадок, и вы еще все выиграете. Дальше. Тихо, тихо, тихо. Так, давайте руку поодиночке. Так, полиция, а вот с палочкой, как он называется? Нет, нет, нет. Где шагают пешеходы? Вот зебра, зебра, я вижу, девочка сказала, вот, 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 молодец, получила. Молодец, зебра. Все, не теряй. Различать, учись их точно, не лети как на пожар. Пешеходные дорожки, это только... Тротуар дайте девочке, она очень громко кричала. Громко. А остальное? Ну, подождите, у нас 30 загадок, всем должно хватить. Я не мыл в дороге рук, поел фрукты, овощи, заболел и вижу пункт. Какой? Да. Тоже? А ты получала уже? Да. А тогда не считала. Так, последняя загадка, но она легкая. Я знаю, вы точно отгадаете. Внимание, внимание, я смотрю. Вдоль по улице идут. Для машин и для трамвая путь, дорога есть другая. Как это называется? Тротуар. Ты получил подарок? Иди туда. Иди туда. Либо